Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам необычные факты о фламинго. Фламинго – птицы, которых сложно не заметить, настолько они яркие и уникальные. Они по-настоящему способны удивить и поразить своими особенностями, причем касается это не только внешнего вида, но и поведения. Представляем вам 5 необычных фактов о фламинго. Ноги фламинго не покрыты перьями, из-за этого эти птицы часто мерзнут на ветру, стараясь по очереди согреть то одну ногу, то другую. Тело фламинго устроено так, что им легко стоять на одной ноге и держать ее прямо, не применяя при этом мускульную силу. Кстати, у фламинго есть привычка спать на одной ноге. Этим приемом они пользуются для экономии энергии и сохранения тепла. Фламинго могут существовать даже в самых сложных природных условиях. Эти птицы отличаются стойкостью к большим перепадам температуры. Так, к примеру, они встречаются у соленых озер. Такие места обитания эти птицы себе выбирают из-за наличия там в больших количествах рачков – основной пищи фламинго. Необычный окрас розовый фламинго приобретает благодаря рачкам и водорослям, которыми питается. И в рачках, и в водорослях содержится каротиноид, который окрашивает перья фламинго в румяный цвет. Что касается аппетита, то он у фламинго отменный. Эти птицы обычно съедают до четверти от собственного веса в день. Фламинго могут отлично держаться на плаву, правда, не на большой глубине. Но застать этих птиц за плаванием практически невозможно. Они больше предпочитают ходить, плавно покачиваясь из стороны в сторону, чем купаться. В семьях фламинго царит равноправие, как самка, так и самец участвуют в воспитании птенцов. Кроме этого, они оба по очереди высиживают яйца. За один раз самка фламинго откладывает одно яйцо. Птенец появляется через 30 дней и имеет окрас белого или серого цвета, который меняется только по достижении 2-летнего возраста. Сегодня в мире существует 6 видов фламинго – американский, розовый, чилийский, малый, андский и фламинго Джеймса. Наиболее распространены эти птицы в Африке, Юго-Восточной и Центральной Азии, а также в Южной и Центральной Америке. О других интересных фактах из мира птиц вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!